Да. Она должна была выключить, и все, поехали, блядь. Ариньян versus Фруктоз, скорее. Вот последнее противостояние 1-4, блядь, данного турнира, так сказать. Ну, выходи тут. Ёп, ты на кого поставил, блядь? Он говорит, банка это где, блядь? Да, выходи сюда. Банка это мид, ребят? Вопрос, блядь, интересный. Слышишь, Шаня? Нормально, походу я солтал сам, руки 20 сабок. Я поставил просто на... Ариньчик, сведись. Это где? Вот тут я прыгаю. А банка это мид? О, иди, иди. А шорты добавь, блядь? Все, давай резаться на ножах. А как против... мужики истинные! Сап, а ты сказал то, что в онлайн играете? Это ну, трах. Мне кажется, в этом противостоянии есть смысл сказать. Сейчас, секунду. Онли А? Не-не-не. Сами решайте, с АВП или без. Сейчас. Надеюсь, они увидели. Я еще раз напишу вот это. Еще раз вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. С АВП или без? Не, без авиков, без этих. Все, окей. Я правильно поставил, Сав. Не-не-не, я... Ёб твою, блядь. Я походу въебал, блядь. Ладно. Походу я обосрался, старичок. Да ничего страшного. Серьезно, походу я вообще не шарю, блядь, в ставках. Не, ну тут мне очевидно нужно было... Только сильно не еби, пожалуйста. Ой, да ладно. Мне вообще по-быстрому надо сыграть. Чтоб ты понимал, время, блядь, закончилось. А у меня Оля только начала... Мудрый, можете проспавидить ссылку на ТикТок? Бустинговое агентство ТикТок работает. Катюха ТикТок залила. Сейчас я ссылочку скину. Мудрый, можете проспавить? Те, кто с компа смотрит, можете просто на мобиле включить. У меня подсказки в КС. У меня как будто бы все настройки КС сбились. Бустинговое агентство, посмотрим, работает ли оно или нет. В этот же момент отворачивается Оля, видит... Ебануться! Ой-ой-ой-ой. Слава, Оля, блядь, играть умеет, что ли? Я думал, вообще батяра, блядь. Нет, ну. Один хит, один хит. Один хит, да. На него тоже надо попасть, понимаешь, блядь. То есть один хит это как бы не ноль. В прыжке хуяри, в прыжке, в прыжке. Сейчас прыгай, кинь слаб, ебанил в прыжке. Но они шарят, походу, за кукли, блядь. Поехали. А, Лиси. Нет, тут... Бля, Арина еще прыгнула, блядь. Так, как будто хотел титьками сдавить Олю, блядь. Да, не, 54. А, нормально. А какой коэффициент, ребят? Можете пацаны сказать на Арину и на Олю? Может быть, стоило около 250. А реально, давай пушим. Пушим меня с петушком. Так, Арина делает фулл эко. Знаешь, что самое смешное, короче, Арина говорит, можешь купить по 250, Оля говорит, давай пуш меня с петушком. Это такое мне нравится. Оля думает то, что, ебать, Оля громкая, блядь, сейчас. У Арины просто один глок, без армора, летит на шорт. А у нее есть огромный шанс поставить бомбу, чтобы заработать денег. Но мне кажется, блядь... До этого не дойдет. Не, дойдет. До бомбы точно дойдет. Хотя хуй знает, она пикается. Арина, бля, говорит информацию, то, что она уже в вас зашла. Бля, ты че, реально у них такое, у них добросовестное это противостояние, то есть она... Бля, сейчас будет самое лучшее. Добросовестное. Смотри, пошло, пошло. О, блядь. Ебать, перестрелка. Она еще под шорт поставила, слышь, кстати? Нет, на, флешка. Заебись. Ебать, руки трясутся, как у бомжихи, блядь. Блядь. Она вообще... Блядь. О! Чего, блядь? Пиздец, нахуй! Ебать, бомжарский раунд. Я такого говна еще вообще в жизни не видел, блядь. Охуеть. Полный понос, вообще молодцы девчонки, блядь. Это пиздец. Это балансер, профессиональный балансер Слава Бэбро, ребята, блядь. Забалансирую ваши игры, блядь, писать директ, нахуй. Блять, ебаные подсказки. СГ 553. Ну, Фруктовский ее сейчас будет накидывать сдалека, заняла позицию АВПшную, блядь. А. Ариночка? Ее не пердел, то не я. Это Фруктовский кто-то дома, слышь, блядь. Беги срочно разбираться, нахуй. А, это соседи. Плохо. Смотри, смотри, смотри. Шарин должна убивать, 100%. Смотри. Оп. Оооо! Запах Санька, блядь. Мы играем с СГ, почему нет? Ладно, пух. ССГ, ребята, так выглядит. Не, я думал, что мы не играем. Думала, Оля закупается в ноль, Оля закупается в ноль, блядь, покупает по прохлонию. Но она все время будет с ней играть, она сказала. И муха. Ты до сих пор не жалеешь, что поставил? Я знаю. Не. Так, я сейчас... То есть ты... Блядь, я смотрю за Ариной, пиздец. Знак дай. Ну хуя. Норм, все. Все норм? Знак дай. Ага. Так. Бля, я вот смотрю, знаешь, когда типа, девчонки плохо играют, так штормит как бомжи их, блядь. Смотри, это самый легкий раунд, который Оля брала. Мне почему-то тоже кажется, что он раунд заберет. Такая позиция имбалансная, она на лонг выходит. Мне кажется, она почему-то еще не чекнет, понял? Смотри. Или...
Ну да. Пошло, блядь, дело. Олечка. Олечка. Ну чего? Ой, хуя. Давай помолчим. Мне кажется, тут можно вообще ничего не говорить всю эту игру, блядь. Давай как-нибудь стреляться будем молчать. Играем, как мы с тобой, чисто похуй. Сейчас еще Олечка, скоро хрипотцы накинет, блядь, лютый, смотрите. Так, Молик прилетел на банку. Арина уже стрельс пишет из какого-то хуя. Сейчас походу тоже. Сейчас будет. Потому что она испугается, сейчас смотри. Смотри. Она испугается, я дичавля буду. Все, молчим, слушаем. Смотри. Бля, не было нахуй. Блядь, ну видишь, вот Арина дает занимать такие позиции, а Оля, блядь, фармилка. Ну сейчас калаш у нее. С калаша может быть хуже, потому что надо эту отдачу уже очень контролить. Ариночка? Да. Какие они, бля, эрудированные. Слышишь, Ариночка, так, блядь. Пока. Так мило все, блядь, так ласково. Хорошо, ты два раунда уже взяла за теров. Нихуя, ну я подбадриваю, слышишь? Как говорит, ты хорошо два раунда взяла за теров, последний нахуй просто. Трэш-ток пошел лютый. Ебать, блядь, флешка, у меня на Т нету. Флоски, блядь. Прыжка ебала, я взрыв. Флешка, баланс была рабочая, так скажем. Было бы, конечно, намного лучше, если бы они чуть-чуть побыстрее, блядь, играли. Костя, что-то громче стал, ну похуй, так даже приятней. У нас, блядь... Слушай, они не всегда так будут играть, блядь? Что это за я пиздец, блядь? Она как будто в Medal of Honor играет, нахуй. Ты посмотри, блядь. Мы так, блядь, за 3 часа не закончим, блядь. Очень. Нужно сейчас будет попросить, чтобы Арина быстрее чуть играла. Это пизда какая-то, блядь. Зайка, выходи. Зайка, выходи. Как у них фильм? Зайка, давай. А ты где? Блин, я не смотрю, не очкует, это пиздец полный, блядь. Смотри с Ариной, ее сейчас штормит, слышишь? Ух, ебать, Арину продернул, ты видел? Чё-то пиздец. Смотри, смотри, вышла и похуй. Просто... На, блядь. Да. Я же говорил, смотри, у Фрутоски не будет, блядь, получаться играть с Калаша и Сэмки. У нее еще нет такого опыта, блядь, зато у Аринян, блядь, она уже, блядь, она на кибершоке тренируется. Да, Арина поопытнее будет, но она и постарше, понимаешь? Ну, конечно. А сколько у Фрутоски? Я хочу трахнуть эту КС. Ебать, милфа, нахуй. Ну да, такая. А тебя не сбивали с настройки? А Арине сколько? Не знаю, столько же? Или Арина вроде младше, блядь. Нет. А сколько Арине лет? 23, по-моему. 45. Смотри, все, Арина опять как вкопанная села. Она вот эту позицию прям уважает. Все, полетел, есть инфа. Слышишь, ее что-то просинило. Не знаешь, у нее лампочка, бля, просинила ее, бля, осенила, блядь. Пролетает охуеннейший смог. Лютейший смог. И она, кстати, сейчас на шифте сможет под него выйти. Возможно, это будет неожиданно для Фруктоски. Хаешка на 7 хп продамажила, нормально. Все, села. Села. Не можешь запрыгнуть с первого раза. Арина, бля, смотрит просто на газ, нахуй нюхает газы, блядь. Пошел выход. Ой, вот это, кстати, хорошо было, слышишь? Вот это было хорошо, ебать. 20к на Фруктоске, ебать у них плотненько, блядь. Бля, как же мне сложно будет за Т-сторону. Не вижу, ебаный даст. Вот это напряженная игра, но это киберспортивная максимальная игра, ребят. Тут, блядь, слава балансов работает. Бля, ну... На самом деле, даст, да, посложнее, наверное, будет для Оли карты, чем Мираж какой-нибудь. Потому что Миража можно было бы покрыть из-за КТ прям жестко. А тут так не покрысишь. Смотри за флешка Фруктоски. Ебанутая флеш! Рабочая. Оля только такие умеет кидать, нахуй. Оп, шорт прочекала, заходит в спину. Сейчас будет самая лучшая стычка, блядь, в банке. Бля, пусть нахуй режет. Пусть режет, блядь. Она, походу, реально может зарезать. У нее есть инфа есть, то, что из лонгей. Тихо. Оля крадется. Слава балансам, блядь. Слава Слышит Фруктоска. Пусть... Да, выходи, она не сможет. Блядь, да как ты нахуй это делаешь, блядь? Ты что, это вообще не знаешь? Фруктоска мозгом, блядь. Мне кажется, слышь, мне кажется... О, здорово, Марк. Че делаете, здорово? Турнир смотрим, мы с Риной. А че, жесткие два мастодонта. Да, Нави. Нави Фруктоска, Нави Аринян. Хотя, нет, Аринян Гамбит уже. А, я понял. Аринян Гамбит? Гамбит Аринян. Let's go. Ну, Аринян уже точно не Нави, понимаешь?
Оп, ебать. Смачок, блядь, от кофейни. Очень охуенный смог. Это фишечный какой-то от чашечки кофе залетел, знаешь, такой от блюдца, блядь. Ты наливаешь, это пизда просто. Молик просто. Арина сказал, что Оля просто пизда. Все, вылетает Арина. Оп! Спичка! Ой-ой-ой, бля, фруктоска-то на импруве, Люда, слышишь? Просто. И мне кажется, дальше-то она может только набирать обороты, понимаешь, блядь? Все правильно. Будущее у нее есть, получается. Сейчас еще винишко нахуй свой раз. И там, блядь, под скоростью. Просто на скоростях будет летать за... Нихуя себе Арина вертит, слышишь, ручки-то рабочие, бля, посмотри, как она умеет, блядь. Пальчики-то хорошие, блядь. Честно? Арина пытается возбудить Олечку и отвлечь ее. Смотри, смог, просто обычный. В Астрахани фруктоска, блядь. 192-я, так сказать. Смотри, Оля опять пропучила шорт. Ой, слушай, как будто мне на момент показалось, что Арина прочитала эту хуйню и хочет просто попочку ее выебать со спины. А, не-не, Оля не стала пушить шорт, брат. Но у нее есть инфа, что это не шорт, возможно, сейчас будет, если она сейчас... Да. Бля, тут Арина так долго дрочит, пиздец, нахуй. Тут реально да, кофе закипел уже на заборе, бля, посмотри. Можешь написать, чтобы она быстрее играла, потому что мы не успеем до... Ну, 30 минут у нас еще есть, успеем. Какие 30 минут? В 20:10 кафе открывается. Ладно, тогда. Опа, Арина пошла по лонгу. Если отправлю вот это сообщение в чат. Оп! Арина, я тебя режу. Давай. Наёбка. Поехали. Пошла стычка. Мне нравится, как Арина бегает, она все время боком бежит, ебать. Она не умеет, знаешь, типа бежать в одну сторону, смотреть в другую, ее укачивает, как в VR, блядь. Блядь, кстати... Оля не понимает, где... Оп, видел? Все, тут разъем. Просто 7-3 счет. Накидин. Самый легкий 20. Блядь, Ванёк, блядь, пиздец. Блядь. Слав. Да. А что лучше, 20 сантиметров спереди или сзади? Сзади, конечно. Чего? Вообще по-другому обычно вопрос задают, это же слишком очевидный вопрос. Ну похуй. Давай я тебя спрошу, 5 сантиметров спереди или 20 сзади? 20 сзади. Конечно, брат, это очевидно, блядь. Мы друг друга понимаем, нахуй. Так, Арина, слышишь, уверенно очень бежит шорт, а Олечка тем временем спокойно вынюхивает баночку, Олечка, ебать, от спротов, бля, грязную, от сюрстрёминга, блядь. Кстати, слышишь? Должна слышать. А что ты говорил, то, что подмышки у Оли как сюрстрёминг воняют? Правда? Чего сидишь, блядь? Чего? Ты знаешь, такой сюрстрёминг? Знаю. Ты рассказывал, то, что мне пиздец пятники воняют. Да, тоже, блядь, лютая тема. Я в жизни никогда не нюхал её. Опа! Не увидела, бля, не увидела! Ёбаный рот. Рез. Блядь, нужно было резать. Вот ты её тренируешь, слышишь? Я вообще не вижу в игре, крыса вонючая! Заебала, блядь! Заебала! Как думаешь, что-то изменится, если Арина будет играть за КТ? Я, блядь, сука, тебя ещё, блядь! Ты сейчас не доходишь? Не, Арина пиздец бомжонок, нахуй. Бля. Ебать смех, блядь. Это две нахуй бафнутые, так скажем. Мне кажется, так и... Блядь, посмотри на этот молик, блядь. Это просто молик. Моментальный молик, понял? Это чтобы дверь прожечь, нахуй. Чтобы потом можно было сквозь дверь стрелять, больше урона. А хаешка ебейшая. Хаешка тоже, блядь, фирменная, нахуй. Опа, вылетает, смотри. Чекай, вылетает, нет? Вылетает, Арина, нахуй. Давай, вылетай обратно, блядь. Бля, у меня ощущение, слышь, как будто у Арины, блядь, тяжелая мышка, нахуй. Она каждый раз, блядь, плечи тренирует, когда ее это... Не, знаешь, у меня какое ощущение? То, что на кого ты ставишь, тот проигрывает. Ну это да. Я плачу. Ты можешь вообще нахуй не ставить? Пожалуйста. Нет, я плачу. На пупсик. Поздравляю тебя, судя по всему, с 20 сапками, Ванёк. Пожалуйста. Спасибо, Слав. Я плачу. Я без рофла я жду сапки. Я подарил бы. Смотри, а Аринянка-то, блядь, шорт пробегает. А чем Олег залетит, смотри. Все. Встала, ебать. Обгорает ноги, все, смотри. Чего нахуй? Нихуя себе, бля, она прям убила в последнюю долю секунды и сразу же сгорела прям. Это красиво, кстати, было. Арина, бля, пиздец, пенис, блядь. Тащит. Арина, да, пенис. Тактика Дмитрия Ликса работает. Кто-то смотрел сериал Ванда Вижн? Бля, он такой странный, я вот две серии посмотрел. А? Бля, смеху Арины, это пиздец, бля. Да. Как будто гоблин, блядь, какой-то. Оп.
Флешечка, блядь. Смотри, сейчас что будет, заход, интересно? Нет. Вряд ли она не будет. Они оба сели с дверьми, слышь, они как будто, блядь, дворецкий Константин, нахуй, из моей прекрасной няни, блядь. Алло, зависла нахуй? Не знаю, что-то пиздец прилипли. Слышь, у них какая-то чуйка, блядь. Оп. Все, пошла Арина. Оп, как ячейки, интересно, кого она смотрит, блядь? Арина. Чувака 3 метра ростом, блядь. Ты где? Оу! Что? Почему ты чекаешь это? Ну, блин, хриплость, хриплость. Ты хотел, чтобы я третий раз попалась на одну и ту же уловку? На одну и ту же? Я так же стояла. А, нет, а где-то в тот день стояла. Бля, причем смотри. По киллам 10-5, а счет 9-5, понял? Нихуя ты, красава. Мозги сломались нахуй? Пиздец. Вот так вот, ребята, бля. Что? Что? Опять море залетает в рудовки? Выглядит она интересно. Не, на этот раз нет. Смотри, она умнее сделала. Смотри. Она потушила и полетела! О, Морик! Нахуй я тебя ебала! Морик уже догорал, понял, ей, бля, осталось, блядь, просто долю секунды подождать, она его тушит, блядь. Вон вей, блядь, говорит. Блядь, пиздец. Да реально пизда, блядь. Все, слышь, перешли, поменяли сторонами. Посмотрим, что сейчас будет происходить. Мне кажется, все по-старому будет. Так же будет Олечка ебать Ариночку. Блин, я даже, чтобы ты понимал... Ну, а тебе вообще такой нравится раскладка? Олечка ебет Ариночку. Бля, я посмотрел бы. Думать что-то, или если открыть чат. А поучаствовал бы? Не поучаствовал бы. Да. То есть 2-1 в КС ты имеешь в виду? Да. А? Но у меня стримы... То есть ты, ну, ты, естественно, говоришь про 2 против 1 в КС играть, да? Типа ты один и двое. Не, я насчет этого. А, насчет Dota 2, блядь, я понял. Ну там шансов мало, Фуртовска. Смотри, смотри, какая позиция. Я насчет ёбли 3, блядь. Dota 2 нет, блядь. Ёбля 3, ебать. Оооо! Нихуя флик ебануло, блядь. Нормально, кстати. Блядь! Лик пусси. I like. Лик пусть. Все, это же я испугалась, блять. Ай лайк, нахуй. Ёбнутая. Саф, а ты лайк, лик пусси, блять. Как же я испугалась. Блять, честно? В курс, бля, бро, блять. Я броукали, блять. Давай устроим с тобой конкурс по стонам. По стонам? Давай, гэнгбэнг. Я броукали, бля! Броукали, блять. Подожди, у них сейчас конкурс по стонам будет. Ой, давай. Слушайте. Бля, это прикольно будет. Ага. И чё? Нормально. Какой-то выдох такой, знаешь, как будто какашка вылетела из жопы, твёрдая очень. Такой, знаешь. Брокколи, бля! Такой, типа... Ааа, как же сложно, в сторону сейчас будет, блядь. Понял, да? Понял, брат. Слушай, 10-7, брат, я времени. Ой, Слава, блядь, будешь должен. Не, Слава пиздец. Рекламный стрим. Согласна. Перчатки заберешь, Арина. Ну, если заберешь, конечно. У меня не забиндено, блядь, прыжок. Не забиндено. Ну, как я, блядь, дам. Бали, поехали. Смог. Давай. Ну-ка, смотрим. Ебать, хуй-то. Ой, бля. Хороший, ванвей, слышишь, ванвей на банку, блядь. Похуй, заебись. Пиздец, бля. Ручки слабенькие, она, я говорю, она как Т-рекс, бля, понял, коротенький такие. Пиздец, бля. Оп, флешка. Флешка, кстати, рабочая, ладно, флешка нормально. Вылетел сразу. Арина Сантар слышала, но почему-то смотрит на бочки, бля, с бабами нахуй все равно сидит. Или что за хуя, бабы какие-то, блядь. Фундук какой-то, миндаль, я хуй его знает. Так, тем временем... Фруктосочка спокойно проползает с океанскими мотивами в руках, ебать, МАК-10. Оп, и выстрелил, смотри, стреляет, накидывает префайром, бля, люто. Смотри, Арина все равно чекает шорт. Да я не похуй, бля, вообще, слышь. Она думает, что дикой, бля, молики кидает, понял? И я надеюсь, она ведь прочекает еще раз шорт. Так, смотри, оп, открыла прицельщик. А, фруктоска улетает шорт, смотри. Ебать, фруктоска гений, блядь. Опа, Арина, ебать, походу, тоже гений, блядь. Ты посмотри, отвернется, мне тоже кажется, что... Боже, что я делаю? Хриплость, блядь. Я тебя вообще не увидела, это пиздец. Хриплая Оля.ру, блядь. Ебать, там чел, ты написал все. Ничего написал. Три слова просто. Как раз те самых три слова? Те самых. Я понял, блядь. Блядь, а тут так обычно началась. За тиров-то Олечки посложнее, чем за КТ.
Смотри, Арина такие позиции занимает, бля, фирменные, знаешь, она ее как будто на скотч, бля, как меня такая Миша к машине приматывает, ее как будто тоже в эти углы приматывает, и все, она сидит до конца раунда, я вообще поебать. Смотри, она спорим, с места не сдвинется, она будет стрелять, но не будет двигаться. Надеюсь, бля, по крайней мере. Смотри. Бля, тайминг, сейчас вот какая-то хуйня, смотри. Найс! Ебать, она прицелом орудует. Ты заметил, что каждый раз, когда подходит Оля, она все время такой тайминг, что она, блядь, да, прицел то, что она убирает зум. Еще один Оли раунд взять, и у него будет эко, это уже будет 13 раунд, по идее. О, пожалуйста, заметь мое сообщение, блядь, я не успел, брат, оно слишком быстро. Сейчас, подожди, я чуть-чуть подвину тогда. Стрим, я, у меня чат половину обрезан просто из экрана. Он у меня, видимо, слетел. На, нахуй, рабочая флешка, блядь. Я в чате, пацаны, я все вижу, блядь. Там тоже там хорошая флешка была? Да, тоже. Бля, я проебал, нахуй. Я в этот момент сворачивался, бля, к сожалению. Бля, я, кстати, охуительный вообще. Бля, что же она чекает? Это, блядь, какие тайминги? Ты видел, как не везет, блядь, с таймингами? Реально не везет, блядь. Ну почему они делают такие лишние движения, блядь? Все, по идее, у Арины сейчас должно быть... Ситуация патовая, коллега, блядь. Она берет 13 раунд. Нет, для меня самая лучшая ситуация, потому что... Ну, 20 савок просто... Ситуация падловая, блядь. А, Арина, что там, думает закупаться? Нет, нет, она вообще опять... Блядь, у меня сейчас сосед сверлится... Собаки. Матери своей. Ну, не надо так, Иван, не надо. Зачем же вот так, блядь? На, рабочая флэш, блядь. Про мам-то, блядь. Арин занимает очень хуевую позицию. Оле нужно просто выходить с сайт и ставить бомбу. Но она этого не делает. Арина начал только сейчас обходить спину, смотри. Я надеюсь, сейчас Оля прочекает лонг, поймет, то, что никого нет, и начнет ставить бомбу и чекать шорт. Ставит спокойно, вообще уверенно. Арина обходит спину, но у нее юз без армора, дядь. Ты понимаешь, зачем это закончится, вероятнее всего? Ну, блядь. То, что в бэбре ей набросают. А Оля может зажать, блядь, и ни разу не попасть. Ну хотя, о, тут хае, смотри. Хуёво. Хуйня, да, хуёво. Бля, была бы чуть-чуть, она позже на секунду вообще убила бы. Не-не, тут уверенно. Слушай, Олечки талант, бля, зажим и появился, нахуй. Ты феникс, бля, пеникс, блядь. Пенис, блядь. Ну а хули мне делать-то еще? Ну а хули? Ты жопу вытираешь стоя или сидя? Сиди, я вот так отодвигаюсь чуть прямо. Да. Ну хуя жопу стоя. Все, булки размажутся как нутелла, нахуй это надо, блядь. Как будто курасан с нутеллой будет, блядь. По волосам там баребухи потом останутся. Ну я так не делал, но я просто, вот, ну в моей голове, как я представляю, Азамат, извиняюсь, вот, ну я представляю, что, блядь, типа, все об булке размажется, все в говне будет, типа, нахуй мне это надо, чтобы все булочки в дерьме были, я, конечно, понимаю, что это не синабон, блядь, ну и логично, что я бы и не хотел этого, блядь. А кто жопу моет? Я нет, никогда. Ну, когда-то мою, когда сам моюсь, блядь, ну специально, чтобы после того, как, ну, посрать и вытереть, что-то сраку сразу же нахуй надо мыть. Просто, ну, туалеточкой припустил и все. Я вообще в ахуе, что есть такие люди, блядь, которые вот сразу, знаешь, типа, посрал и сразу в душ. Где как-то, как это, блядь, в торговом центре, блядь, типа, либо не срёшь, но если тебе, блядь, 40 там прям пробило, что, блядь, в раковине будешь, да, жопу, да, мыть? Да. А ты сколько раз в школе срал? Ну, раз 5, наверное. За всю школу? Не, за последние 3 года. А детки, я каждый день срал. Ну, мы там жили, брат, а что там делать? Ну, хоть там срать. Можешь, ну... жить, но не срать. Бля, брат, я пытался не старать, мне потом запоры замучили, у меня потом, бля, живот надутый был, пиздец. Я какашки выселял, как будто, блядь, на строителе, бля, этот, начальник участка, блядь, координирует, бля, камнями, нахуй. Так же у меня говно сыпалось, бля, кряхтело, блядь. Ну, типа, не срать тоже нельзя, у меня в детстве запоры уже были из-за этого. Я как в каетку пришел, я тоже не хотел срать, но потом, бля, что оставалось? Оп, два хита. Лет не срать в школе. Ебать, Оля вылетает, нахуй. Ебать, сыр. Ебать, чё, Оля, блядь, она делает, нахуй. Прыгунчик, нахуй. Чё мутик-то, ёбанаротик, блядь. Стену врезалась. Чё-то у меня какая-то паника началась, да? Она начала скипать, бля, ножи, я гранаты, думала, блядь. Я думала, ты меня запушишь, я тебя... Надо это было всего лишь, блядь, оружие достать, нахуй. Ой. Что она делает, блядь? Да я сам хуй узнать, ребят. Я бы, если бы знал, бы вам ответил, блядь. Кент пишет, ну и долбоёбка. Бля, обожаю такие сообщения, блядь. Ты слава бэбру, братанчик, бля, ну куда ты смотришь? Я здесь внизу, бля, с левого экрана, бля. А если я слава бэбру? Ты не слава бэбру, блядь. Откуда ты? И в ванне, блядь. Оля дала фейк флэш на шорт, а Арине похуй. Просто похуй. Ну слушай, она прям игру чувствует. Спорим, она сейчас прицел уберет? Спорим? Смотри. Пиздец.
Ой-ой-ой-ой-ой. Остается 36 и 35 хп. Блядь. Смоук? Смоук. Смоук, бра. Я броук или бра? И Арина побежала на шорт. И при том чекал лонг. Блядь, беги, беги, Оля. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Ой, сейчас пиздец. Спорим, что Бразил уберет? Спорим? Блядь, да что? Блядь. Как это работает, блядь? Я не знаю, она почему-то... А ты вообще ничего не закупаешь? Это самая невезучая, блядь, ее игра в мире или что? Ты хуйню полную сделал, мне так... Почему, блядь? Больше проигрывать тупые раунды, чем... Блядь, ты пиздец, я так испугалась. Она кого знает, то, что она каждый раз убирала прицел перед тем, как, блядь, у нее на прицеле появится человек, это ж полный пиздец, блядь. 14-9, что там, блядь? Это 24 минуты. Мой дом в говне, это все мой отец. Арина, соберись. Извиняюсь. Сари, флажка. Сари, флажка сейчас рабочая будет. А, не, нормально. Не, нормально, металка лютая, бля, слышишь? А флоу этом? Да, нормально. Прям молоко. До сих пор, слышишь, мне это глаза не прорезали, бля, как у котенка, нахуй. Арина, слышишь, тактика двух глаз, блядь. Один налево, другой направо, ебать. Поехали. Сразу две позиции. Спорим, когда Форт Лос капает на шорт, а на лонг посмотри, спорим? Смотри. А, не, нихуя, блядь. Ой-ой-ой. Бля, Фруктоска что-то вообще по-лютому вешает. Фруктоска берет матч-поинт в данном противостоянии. Что-то Фруктоска вообще, блядь, в компу ударил в лютом, блядь. После за Робертом. Легкие 5 сабов. Турнир по Brawl Stars будет! Конечно будет, братанчик, блядь! Я вот сегодня начну народ собирать, завтра буду. Завтра не стримлю, парень, завтра Ванек мое время будет стримить. Как раз ну мой да, коллега, блядь. Ну да, я буду. Что-то так подумал, блядь, вместе с нами играть. Если он будет, да. А в субботу будет турик по Brawl Stars, поэтому всех ожидаю. Алло, можно обезьянок в чате? Если честно, то Слава виноват, согласна, все. Обезьянок в чате, можно? Бля, Фрутоска, это нихуя не ебёшь. Арина, блядь, летит просто на плюсе. Тихо. Я могу до 7, пожалуйста, поставь меня. Да, я тебя поставлю одну из первых. Просто спасибо. Блядь, они... Подакивают специально, подакивают. Смотри, 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 смотри. На. Подакивают специально, знаешь, типа она в игре, понял? Типа она не напряжена сейчас. Я душу всегда делаю, блядь. Так, Слав, а. Ну, я жду 20 сабок к себе. Да, без проблем, брат. Вырубай стрим, все сделаем. Размутил, я убежала, все, спасибо. Арин, спасибо, что тебе пришла, пацаны, смотрите Арину, вот, потому что я накосячил, блядь, вот, залетите там к ней на стримчик, поддержите ее, блядь, потому что да, я затупил ладно. С расписания, блядь, и пизда полная. Да? На все, Оля вообще пуха, она все равно бухает, завтра ничего не вспомнит. Охуенно, все помню. Завтра ничего не вспомнит, блядь, потому что я наебал ее по времени, поэтому все заебись. Thank you.